Да что там еще, ничего не расскажешь? Да что сказать, хуярят по нам, как белый со снаряда, знаешь, как прилетает. Ой, Андрюнь, смотри, пожалуйста, это в оба глаза, будь внимателен. Сейчас вон до КамАЗа пошли, КамАЗ сломался, а тут КамАЗ какой-то сломанный, донор. Вот, все промокли, начали обратно идти, как давай хуярить по полю, шаг быстрее ускорили. Владимирский сюда, этот губернатор приезжал. Там жену у них, Владимира, подняли, короче, бунт. То, что неизвестно, насколько привезли. Сделали видеообращение, почему гуманитарка хуй ходит до людей. Нахуй. Ага. Типа, на какой срок отправили, хуй известно, короче. Он приехал, забрал людей, КамАЗ домой, нахуй. Ну, понятно, молодцы, правильно. Тут пацаны были, с 7-й роты, как бы, не наша рота, получается. Они взяли, нахуй, автоматы свои скинули, нахуй, этим офицерам. И пошли до Валуи пешком, нахуй, чтобы до военной прокуратуры дойти, нахуй. Они 7 дней ничего не ели, ни воды им не привозили, ни еды. Они к нам пришли, нахуй, кормили, напоили, блядь, нахуй. Вот. И они просто говорят, ну, пацаны взяли, отдали оружие, все это хуйню этим офицерам. Мы пойдем пешком до Валуи, до военной прокуратуры. Я говорю, пацаны, я хуйню, что вам сказать, я говорю, не дай бог, они вас прихуярят, нахуй. Я говорю, мы в тот раз шли, пацаны с магазина шли, постояли с мужиками, покурили, а 200 метров подходит, они им спину нахуй хуярят. Хуять. Москвичи заехали, нахуй, все такие рейнджеры, не въебаться с нас, нахуй. Отхуярились, давай огонь открывать, нахуй. Все понятно. Знаешь, то ли от своих бежать, то ли, блядь, чужих бежать, нахуй.